Добрый день, канал Arm Wrestling My Life. В этом году интересные соревнования будем обозревать. Сейчас полуфиналы, потом финалы. Какое сосредоточение. Хорош, кисть раскрыл. Ну, это в большинстве это проигрыш уже. Как и ожидалось, да, проигрыш. Все, будет в финале бороться красавчик турок. Так, категория 60 килограмм. Опять же, той же борьбой. Да, расстроился чувак, расстроился. Конечно, расстроится. Категория 65 килограмм. Они барукались, барукались. Короче, ты взял, просто отдал ему, да и все. Зачем такое, непонятно. Вот такая штука, вот это перед этим поражением. Это что-то пытался дернуться. Поборолся немного. Что происходит? Непонятно, что происходит. И, короче, вот здесь он дальше отдает руку. Вот так и все. Что это было? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я понять не могу. Так, вот и добрались мы к 70 килограммам. Черкасов всегда интересный боец. Посмотрим, что тут у нас. Ну, видите, он в полуфинале кому-то, значит, проиграл в отборочных. Ну, тоже, опять же, так же, как в 60-ке, 65-ке. Все то же самое. Кисть открыл это, чтобы победить его. Чтобы вытянуть, то есть с такого положения, это очень сложно. Тут надо предпринимать. И вот Черкасов вот хочет. О, хорош его развел. Очень хорошо. Запомните это движение. Видите, тут вам учат, как это делать. Да, третье место. Ну, посмотрим. Правая Черкасова будет завтра. Так, 75 килограмм. Болгария против Джорджа. Слушайте, что это происходит? С правой стороны вечно выбивает кисть. И последний вот эти постоянно побеждает тот, кто справа. Ну, прикольно, бывает такое, это как казино. Знаете, если бы ставки были, то бы уже было бы казино такое. Победит справа или слева, неважно какой спортсмен, справа или слева. На вот. Интересно у нас. Вот так. Так, категория 80. Красовский не вошел, значит, в тройку. А хотя, может, он ждет вообще в финале, а? Навряд ли. Вот этот болгарин очень сильный. В 75-ке Каспер не вошел тоже в финалы, полуфиналы. Латвия. Да, Латвия. Что-то комментатор говорит про Красовского. А, Красовский в этом финале, значит. Красава, вообще красава. Знаю этого пацана очень хорошо. Блин, круто. Так, ну что там, 85. Болгария. Что-то русских не наблюдаю в полуфиналах. Они что, все в финалах? Все, отдали просто победу. Вот, Димитров этот очень крепкий чувак. Вроде бы он выступал раньше 80. Посмотрим еще раз. Оп, он убежал, и все, и дали сразу поражение. Ну что, Прудник в полу в отборочных проиграл. Сашо попался, проиграл, даже проиграл легко. Сашо уже третий раз его выигрывает. Вот, сейчас вот в полуфинале. Посмотрим, кто будет в финале с Сашо бороться. Хорошо. Что-то шведы в этом году очень сильные. Очень много их. Ох, нихера себе! Фол проигрыш. Прудник.
Шведы просто бомбят, просто бомбят. Слушайте, Прудник, чтоб третий стал, да? Давайте еще глянем, как это. Кисточку просто, ну, что-то. Походу ошибка просто Прудника, да и все. Да, и вот видите, не смотрят даже топовый такой, популярный спортсмен, не популярный. Так, 100 килограмм. Новые лица, топовые спортсмены освободили места. Раз, и все, и нету. Ну, смотрите, как этот Сагинашвили обещал, что медали не возьмут 12. Вот, посмотрим. 100% возьмут. Их даже больше будет. Чисто потом подведем итоги. Так, 110. Вот так. Злобный парень из Болгарии выиграл. Решает. Оп, победа. Вот так. Вот видели, что происходит. Конечно, будет возмущаться, блин. Ну, видно, что поздоровее, блин. Что вот, что, сейчас посмотрим. Кисточку, да вообще на изи. И чувак, вот реально, этот проиграл справа. Ну, проиграл, все. Нет, стоп, смотри, видели судью. Ну, да, этот, нет, тот проиграл. Фол, решай. Вот обидно. Так, посмотрим, козырная стойка. И Ливана. Оп, чик, установился, повернулся. Раньше был более как робот поворачивался. Сейчас уже как-то уже на эту фишку это не делает. Бам, и все, блин, машина, просто машина. Весит, конечно, рука огромная. Возле Олеси Романенко лица поставил руку свою, так как рука больше, чем у Олеси лицо.